Во-первых, все сейчас удобно стоят, так что вам видно экран. Ставьте так, чтобы вам было видно экран. Я думаю, если что, жюри как-то потерпит, если вы к нему спиной. Надо, чтобы ребята... Да, если можно, третья, вторая и первая чуть правее, чтобы нам тоже было видно, что вы делаете. Спасибо большое, очень любезно. Так, все, выровнялись. Всем видно? Хорошо. Следующее задание будет такое. Переводчик, который переводил следующее задание, перепутал все буквы. Перепутал буквы в названии городов. Ваша задача посмотреть и кто как можно быстрее определить, что это за город хотел написать переводчик. Задание на скорость, поднимаем руки, если что, кричим, мы первые. Но лучше просто тихо поднимать руку. Можно все вместе. Поехали. Первый город. Вторая команда, и это Белфаст. Это Белфаст. Команда вторая угадала Белфаст. Да. Первая команда. Лондон. Первая команда тоже угадала, это Лондон. Первая и шестая команда.